Альфа Мьюзик представляет. Любимый миллионами знаменитый актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер Данила Козловский впервые выходит на сцену с музыкальным one-man-шоу «Фрэнк». Главной изюминкой спектакля концерта станут песни Фрэнка Синатры, который является кумиром Данилы Козловского. Личная история, исполненная от первого лица, о детстве и семье, первой любви, кумирах юности, любимых песнях с ироничным взглядом на себя. Все это – музыкальный стендап «Фрэнк». Откровенный, искренний спектакль-концерт режиссера Савы Савельева. Женева, 28 мая, театр «Алхамбра». Цюрих, 1 июня, Шинценхофхорген. Возрастная категория 18+. Билеты от 49 франков на сайтах Ticket Corner и Alpha Music по ссылке afgmusic.ch. Талант этого артиста по-настоящему многогранен. Данила Козловский. Впервые в Швейцарии.